Привет! Я снял уже 13 рецептов, которые могут помочь при герпесе на губах. Некоторые из них очень простые, некоторые чуть-чуть посложнее. Но все они работают. И сегодня у меня еще один умопомрачительный и копеечный рецепт при герпесе на губах. Ну и если вам нравится моя умение помочь людям быть здоровыми, поставьте мне сейчас лайк. И давайте я все быстренько расскажу. Как только вы услышали, что что-то здесь зачесалось, какой-то неприятный зуд появился. Остановитесь! Просто берем одну таблетку, вынимаем, кладем в рот. Рассасываем хорошо, чтобы она хорошо покрылась слюной. И берем просто мокрой таблеткой, мажем это место или чуть-чуть дальше. Так делаем каждые 10-15 минут. И вариант номер два. Вы уже все пропустили и увидели, что у вас уже появились мелкие волдырики. Тогда нужно данную таблетку или примотать, то есть взять лейкопластырь и лейкопластырем просто хорошо смоченную таблетку просто зафиксировать на центре этого места, где у вас началась неприятная такая ситуация. Итак, что же это? Это уже проверенное средство. И это наш вездесущий валидол от сердца. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибо в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео в соцсети со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.